Метро-экспо 2019 – это возможность пообщаться с самыми разнообразными людьми и партнерами выставки. Олег, добрый день. Расскажите, какой бизнес представляете вы? Я здесь представляю компанию «ГАЗ», Горьковский автомобильный завод, и мы здесь представляем одно из решений на базе платформы наших автомобилей, которая адаптирована и работает под задачи ритейла, продуктового ритейла, в мобильных кафе. И, собственно, мы проект по фудтракам, по автолавкам, по автомагазинам развиваем достаточно давно. Мы были партнерами и участниками проекта «Гастрономическая карта России» во время проведения чемпионата мира. И придя сюда, на эту выставку, мы демонстрируем те возможности, которые могут быть реализованы на платформе нашего автомобиля. У нас есть 4 базовых компоновочных решения для клиентов абсолютно для разных сфер деятельности, в том числе различного рода мобильные передвижные офисы, которые могут использоваться в том числе для выдачи интернет-покупок, одновременно там продавать прессу, какие-то издания и, соответственно, продукты питания. Мы надеемся, что с выходом закона о мобильной торговле этот рынок будет развиваться просто галопирующими темпами. Мы хотим быть готовы и помогать начинающему бизнесу, стартапам именно входить в этот бизнес, используя те или иные решения на платформе наших автомобилей. Но, естественно, мы предлагаем не только, собственно, само технологическое решение, но еще и условия приобретения наших автомобилей с нашим партнером, лизинговой компании. Мы сделали решение с минимальным первоначальным взносом, с каникулами по оплате лизинговых платежей. Ну и по нашим подсчетам, собственно, стоимость автомобиля будет обходить всего лишь на всего 1100 рублей в день. То есть это для любого стартапера, для любого начинающего бизнеса легкий вход в бизнес и возможность раскрутиться, не неся дополнительных каких-либо инвестиций. У меня к вам такой вопрос. Я как человек, который являюсь настоящим стартапером и не имею никакого отношения к продовольственной индустрии, возможно ли эти фудтраки кастомизировать под конкретные задачи, может быть, не продуктового бизнеса? Да, у нас есть, соответственно, и такие решения. Мы смотрим дальше. Это могут быть в том числе и автодома, да, для развития того же внутреннего туризма, для работы в тех или иных, ну, традиционно сложившихся зонах туристического отдыха, ну, начиная там с северо-запада России, допустим, побережья Кавказа. Мы, собственно, более 1000 вариантов бизнес-решений, компоновочных решений по нашему автомобилю имеем на сегодняшний момент. Ну и, собственно, даже могу анонсировать, что в рамках этой выставки был объявлен конкурс и организован конкурс «ГАЗ-идея» именно на предложение и лучшую разработку решения для бизнеса с использованием нашего автомобиля. А победителей этого конкурса мы объявим на неделе российского ритейла в начале июня месяца. Ну и, собственно, самим призом будет являться автомобиль, адаптированный под задачи того или иного бизнеса, человека, который выиграет, собственно, этот конкурс. То есть тот фудтрак, который стоит с правой стороны от нас, возможно, достанется счастливчику в начале июня, и вы будете передавать ключи и разрезать торжественную ленточку. Да, именно, если его это решение устроит, да. Если захочет сделать новое, мы сделаем новое. Круто, спасибо вам большое. Мы желаем найти вам сегодня своих клиентов и успеха в вашем бизнесе. Спасибо большое.